Можно тебе? Кстати, очень вкусный йогурт. А? Тебе надо? Ну, если принесешь, да. Я муж тебе вкусняшки взял. И мы набрали булочек. Много булочек, да, Владимир? Да. Вкусный очень йогурт. Всем огромный привет! Мы сейчас уже на пляже, 9:30, и здесь все лежаки заняты. Все люди приходят, оставляют полотенца и идут на завтрак. Молодцы! И чтобы найти свободные лежаки, мы прошли весь пляж. Я вообще этого не понимаю, вообще дико. Я не знаю, что происходит, и зачем так вообще делать. Ну да ладно, сейчас я вам покажу пляж. Это наши лежаки. Вот видите, никого нету, полотенца лежат. Там та же картина. Вот. Ну, пляж, в принципе, прикольный, чистенький. Нам нравится. Вот, море очень теплое. Сейчас уже очень тепло. Вот даже жарко на солнышке я сижу. И вот мы в самом-самом конце пляжа нашего отеля. Только здесь нашли свободное место. Да. Я этого вообще не понимаю. Для меня это как-то дико даже. Вот туда можно даже не ходить. Там, я не знаю, в 4 утра, наверное, люди встают для того, чтобы занять там место. Это ужас на самом деле. Вот. Ну, вот так вот у нас. Ну, очень красиво, девочки. Мне очень нравится. Если бы не вот эти маленькие минусы, конечно. Да. Так. Красота. Пляж на самом деле большой, вот аж оттуда, вот, до сюда, и все лежаки заняты. То есть люди ходят сейчас 9:30 и ищут лежаки, потому что просто нету свободных. Так что вот так вот. Ну, будем наслаждаться солнышкой, солнышком, водой, потому что просто классно. Ну, покажи свой подарочек. Нет, это твои подарочки. Мои подарочки. Да. Ты мне приносишь подарочки, моя кисонька. Ну, ты мой сладкий. Хорошая водичка? Да. Она теплая и чуть-чуть холодная. Чуть-чуть холодная? Да, и теплая. Может, погреешься? Нет, я не трясусь. Не трясешься? Ну, иди купайся. Я пойду дальше. Давай. Все. Снимаю видео. Снимаю кнопку. Давай. Снимай. Нажимаю. Что, тебе взял? Да. Да. Также хочу... Парашют, банана борт. Прям как... Также хочу рассказать, меня многие спрашивали из вас, на какие экскурсии вообще советуют мне экскурсии различные, но мы не поедем на экскурсии, потому что моего младшего очень сильно укачивает в автобусе, то есть он не сможет проехать больше, чем час, а сейчас осталось очень мало экскурсий, осталось на кораблике, в общем, по морю экскурсия, потом обзорная по Алании, и еще в какую-то крепость предлагают поехать, но туда долго ехать, еще куда-то, куда ехать, там вообще 5 часов на автобусе, и в Стамбул экскурсию, все остальные экскурсии, к сожалению, уже закрыты, и 30 числа закрывается уже сезон, то есть уже 30 числа официально закрыт сезон, поэтому много что не работает. В нашем отеле также не будет работать ресторан, который, ну, как бы там одно посещение в неделю бесплатное, там во многих, кстати, отелях такое. И
в нашем отеле закроется сауна, вроде как обещают, по крайней мере, что ее закроют. Поэтому, ну, мы, наверное, никуда не поедем. Единственное, что все-таки хотим, ну, типа на шопинг поехать, то есть купить. Ну, в общем, сувениры, подарки, все как обычно. Ну, не знаю, может быть, вообще никуда не пойдем, а поедем на рынок. Здесь рядом недалеко рыночек есть. Ну, блин, я надеюсь, меня видно, девочки, извините, если что. Вот. Ну, а так погода, конечно, классная, мы наслаждаемся. То есть сходили на завтрак и... Сейчас вот в море купаются, мои так вообще не вылезают из воды, но вода теплая, хорошая, солнышко печет, греет, так что у нас все хорошо и, в общем, все хорошо. Сейчас папа булочку принесет, покормим воробушек. Да. Снова идем на пляж, да? Мы пообедали уже. Ну, красиво. Красивая у нас очень территория. Нам очень нравится с мужем, да? Мы, кстати, тоже решили оставить полотенце на лежаках, как все. Сейчас придем посмотрим, лежат они или нет, да? Ну куда ты бежишь? Я сюда иду. Я сюда иду. Давай, беги. Туда. Туда. А я помню. А у тебя появляется? Вот здесь вот ты берешь? Ну да. Вот, а здесь у тебя по вкусняшке даю пришла. Не возьмешь? Да. Можно брать? А можно брать, да? Можно брать. Ой, стой! Гамбурги. Настя. Пойдем вон там, да, пошли сюда. Ярослав, ну там можно. Мама, мы пойдем на море. Да, на море. Там вот магазинчик, но говорят, там очень дорого, в два раза дороже, чем на рынке. Не знаю, правда это или нет. Вот. Там вот дискотека проходит. Или там, мы так и не в курсе, если честно, но мы на дискотеку не ходим. Такие качельки, а вот там вот, видите, такая беседка стоит, она платная. За нее нужно платить, чтобы лежать в той беседке. Не знаю, сколько, мы даже не стали узнавать. Вон там такая же. Вот. Ну, потому что нам смысла нету, у нас дети, водяные дети, им лишь бы в воду.
Вот, вот так вот. В принципе, территория очень большая, очень красивая. Для Алании, кстати, говорят, это очень большая территория. Вот. А, там бильярд. И вот здесь вот тоже выдают алкоголь. Из алкоголя, кстати, не так уж и много чего есть. Смотрите, лужа какая-то. Не так все чисто, как можно было бы. Можно было бы. Видите, столы пустые и грязные. Ну, да, вот здесь вот дискотека проходит. Здесь вот около самого пляжа кабиночка для переодевания, душ. Ну, как везде. И вот я вам уже показывала сам пляж. Вот так вот. Да. Ага. Подальше отойди. Иди. Ты знаешь, где туалет? Я забыла. Все тут у меня сладкий. Спасибо. Ну, человек. Где Лёва? Писать пошёл. Против солнышко снимаю, не видно ничего. Да? Теплая, да. Значит, купайся. Хорошо, да. Значит, купайся. Да, я сейчас пойду купаться. Давай, ныряй. Ну, я собираюсь. Давай, пока. Водичка чистая, да? Да. Глубина. Глубина тут? Да, я считаю глубина. Ну давай, купайся. Ныряй. Ну, вот так, молодец. Там красиво, а водой. Под водой красиво? Да. О, красиво, камушки. Мы сегодня пообедали, отдохнули в номере и снова пришли на пляж, и уже практически никого нету. Почему-то все уходят в такое время, хотя днем, ну вот, с 12 до 3 не рекомендуют же загорать, потому что можно обгореть, и вообще солнце достаточно активное. Ну, сейчас никого нет. И также хочу вам показать сумку, которую я с собой взяла, вторую, которую я беру с собой на пляж. Вот такую сумку я взяла, Ted Baker. Я ее взяла, потому что она без подкладки. То есть, если засыпается песок, ее просто вытряхну и все. Просто супер на самом деле сумка. И здесь у меня вот такая книжка, которую я пытаюсь читать. Но, как вы понимаете, с детьми не особо почитаешь. Вот, но начала, кстати, очень интересная. Там у меня яблочки, салфетки, очки детские. И здесь я взяла вот, у меня нижнее белье. И потому что мы потом пойдем на ужин, я сейчас покажу еще что. Там, в общем, у меня всякое нижнее белье и всякие женские штучки. А здесь, ну, вот достала показать вот эти очки у меня от
Juicy Couture. Кстати, они мне очень-очень нравятся, очень такие прикольные, ну прям, мне кажется, пляжные-пляжные. И вот этот блеск Givenchy мне он очень-очень понравился. Дальше здесь у меня от Britney Spears туалетная водичка и румяна от Chanel, но я их использую в качестве просто зеркальца с собой беру, потому что сейчас косметикой не пользуюсь совсем, только крашу губки и немножко подвожу глаза, потому что реснички такие не очень. Вот, вот и все, что я с собой беру, ну, плюс полотенце. В принципе, больше нету смысла с собой что-то таскать. Вот. И вот, видите, уже почти пустой пляж. Почему-то, хотя время без 15:04. Странно. Все, наверное, пошли отдыхать. Вот, кстати, чехольчик от этих очков. Стандартный вот такой, с тряпочкой черненькой внутри. Вот, тоже очень удобный чехол, мне очень нравится. Я люблю такие жесткие чехлы. Ну и сами очки очень по мне так летние, такие пляжные. Я их всегда беру с собой на пляж. А вот эта косметичка, это у меня от вот такой марки Darphin. Я когда-то что-то заказывала в Rive Goshe или в Летуале, я уже не помню, по-моему, в Rive Goshe. И дали вот такую кожаную косметичку, она очень удобна как раз брать с собой на пляж. Я сюда всякие женские штучки, нижнее белье свое кладу, если нужно переодеться. И немножко косметики, также сюда карточку от номера, муж кладет свой телефон, я свой телефон. Ну, в общем, такая походная, очень удобная тоже косметичка. Давай. О, салют из песка, да. Что у меня король? Это колючка. Пятняшечка у нас заснула, стало очень. А мне картошечка. Да, солененькая. Папа вкусняшки всякие. Только вот это желтое. Я тоже. Только вот это желтое, у него очень вот это. И вино сухое. Невкусное, да? Ну только вот это. Нету. Нет. Нету. Когда домой? Вот. Нет.